А он Слепчук, он давал команды арест на Андреев. А летал он Гладек сверху, Юрий Тарасович. Харьковский наркобарыга. Он с Харькова его погнали за то, что он занимался там крышеванием наркопритонов. Вот видишь, нашел себе место в Святошинском райотделе, в городе Киеве. Так это розшук или что? Розшука милиции? Да, их разыскивает милиция. Пока они еще вот так вот, по Украине. То есть, ну скоро я думаю, что их будет разыскивать Интерпол по всему миру. Поскольку у них очень большое будущее у этих руководителей.